составляет Жоу Канселу, португалец, 20-й номер, Матиа Кальдара, 13-й, Пьетро. Новая глава в его карьерной истории – это Кубка чемпионов. Так вот, Джохидира, Клаудио Маркизи, Миролин Пьянич, вот разве что вот эти люди. Правым флангом теперь атака Ювентуса развивается, Жоу Канселу, пас в центр штрафной. Повтор, хорошая передача, видел Канселу, куда выполнял он эту переноги, закручивает этот мяч от вратаря. И шикарную игру в составе туринцев, а здесь что, нет нарушения правил? Нет. И еще удар следует. Выровнял положение. То есть третий счет стал 2-2. Вот здесь едва не ошибся Эйгвилл. И удар вот такой. Канцело подключился к атаке. Пока у него определенные рекламные гастроли. Но все-таки произойдет дебют Криштиану. В международном Кубке чемпионов уже может быть он на такое работать в Италии. Что такое итальянский футбол. Не один раз выиграл чемпионство с Интером. Один прорыв. Канцело снова врывается в штрафную площадь. Добивание будет не Фернандеш. Опасный дальний угол. Мяч прошел мимо. А вот это уже голевой момент. И не удается перебросить. Направо. Здесь откатываться. И удар дальний. Мощный очень удар. Сейчас посмотрим. Чем заливает с левой ноги. Прекрасный удар. Со штрафного. Еще два игрока находились рядом с Гриманом. Прекрасная траектория. Шикарный удар, точно в угол. Здесь, конечно, перина. Едва ли кто-то возьмется. Исполнение великолепно. Подача от Бернардески в центр штрафной. Всем известный Эзекиль Гарай, который затем выступал за «Зенит». Лима, опасный эпизод, удар в дальний угол и гол. Залетает от перекладины мяч. Все-таки 1-1 становится счет. Ассистентом. Тогда была перекладина, а сейчас от перекладины мяч залетает. Солидный разбег. Вкрадчивый такой. Смотрит на вратаря. Никола Фаджоли, 44-й номер. Удар и в тот же... У него-то с нервами должно быть все в порядке. Вырвал. Разбег и просто выступал в составе Бенфики. Игрок. Удар и... Одиссяса. Удар. Пенальти. Ювентус побеждает.